Сидячую забастовку у стен Минздрава объявила мать тяжело больного ребенка. Почему люди не решают, да, вот так? Они же занимают эти поста. Посты. Почему они не решают эти вопросы, я не понимаю. А безысходность уже, безысходность. Мы стучимся во все двери, нигде не открывается. Чего добивается отчаявшаяся женщина и что ей ответили об этом? И не только в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Че».